Всем здравствуйте, с вами Токер. И сейчас я на PSP 3008 покажу игру, которую вы наверняка знаете. Некоторым она уже может даже надоела и задолбала. Это Total Jump. Да, теперь на PSP. Но про нее рассказывать я не буду, вы все про нее знаете. Теперь давайте посмотрим ее. Нужно играть на PSP не вот так вот, как я держу PSP, а вот так вот. Не знаю, весь в кадр влезет в PSP или нет. Ну, вот так вот. Ну, сначала, конечно, заставочка так пойдет, а потом скажут, что вот переверните PSP вот так вот. И вот так вот играть. Играть вот этими кнопками вот сюда, влево-вправо. Так, ну и начинаем. Да, и чтобы первую начать, я нажал крестик. Ну, а теперь Shift нажимаем. И поехали, этот Shift. И повороты, как я уже показывал. Стрелять это верхним. Вот так вот. То есть вот этим. Ну и все просто, как и в мобильной версии. Так, вот уже появились вот такие вот движущиеся палочки, можно так их назвать. Тут есть вот такие вот злодеи, их стрелять нужно, вот как я только что и стрельнул на него. Ну все, можно, в принципе, на этом заканчивать, вы поняли, как умереть вот так. Все. Это был Total Jump на PSP 3008. Вы только что смотрели все. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. И также подписываться на лайв-канал. Все, увидимся с вами в следующем видео. И напоследок покажу вам, сколько весит эта игра, чтобы вы знали. Потому что в каждом обзоре на PSP буду показывать, сколько весит игра, на ту, какую я показываю обзор. Игра весит всего лишь 31 мегабайт. Это очень мало, и это очень нормально, вон 31 мегабайт. Все, с вами был Стокер, всем пока.